Солнечная погода и солнечное настроение, которые, как известно, никогда не покидают наш благословенный город, подталкивают его жителей время от времени прикладываться к солнечному напитку. Мы говорим о пиве, которое прославило Николаев не меньше, чем авианосец. Но пиво не пьют просто так. Его нужно потреблять с чем-нибудь солененьким и сушененьким. Так вот, все это пиво, солененькое и сушененькое, также выражает душу нашего города, как и все остальные чисто николаевские блюда из нашей передачи. Послушайте, Юрий, а я хочу спросить у вас, а как так получилось, что Николаев стал известен как южная столица пива, а не как город, где производились и строились авианосцы? Ну, мне кажется, что это как раз последствия рекламы и пиара по-советски. Ну, в то время как информация про авианосцы тщательно скрывалась, засекречивалась и умалчивалась, скрыть от населения факт появления в Николаеве пива, завода, который в начале 70-х был построен по чешской технологии, с чешским оборудованием, чешскими специалистами. То есть невозможно было скрыть такой факт от населения всего Советского Союза. И поэтому это, мне кажется, стало таким настоящим прорывом в Николаеве. Неужели сознание? Ну, я думаю, что и сознание тоже. Но не только николаевцев, но и тех приезжих, командировочных в основном, которые прибывали в наш город с северных, с дальневосточных судостроительных заводов и которые обнаруживали здесь такое, понимаете ли, янтарное сокровище. Знаете, я где-то читал, что вот распитие пива – это настоящее священное действие, потому что мы вот потребляем не какой-то там желтый напиток, а Yellow River – Yellow пиво, желтое пиво, как когда-то пивали битлы, да? Вот у этого напитка же должно быть какое-то свое священное имя. Ну, это имя общее в Николаеве есть, это знают все. Но кроме этого, за десятки лет существования пивзавода в городе пивовары придумали десятки, наверное, все-таки сотню различных названий. И наряду с традиционными, всем известными, жигулевскими, бархатными, славянскими, в Николаеве выпускались конкретно вот такие вот авторские названия. То есть наши. Да, такое, да. Смотрите, адмиральское. Ну, это все непременно. Да. Затем веселый Роджер. Да, это такой тонкий-тонкий намек на почти морскую природу города. Ну вот смотрите, или, например, такая вершина такого нейминга пивного по-николаевски. Это пиво «Черный принц». О, как вам такое-то? Да, я еще знаю, что было такое пиво, называлось «Элитное». Элитное, ну как Николаев, элита страны. Слушайте, а вот что-то свое, особенное, такое вот... Родное. Обязательно. Вот, например, к юбилею газеты «Вечерний Николаев» выпустили пиво «Вечерний Николаев». Оно как бы и про газету, и про город. И вообще каждому празднику. Вот смотрите, было пиво с Новым годом, пиво с Рождеством, пиво с Пасхой, пиво с 8 марта. Вот я только не помню, пиво было с Днем Октябрьской революции или нет. Ну, наверное, было. Была же революция, было и пиво. Слушайте, но ведь вот если мы говорим о том, что вот распитие пива – это священнодействие. Конечно. Для того, чтобы вливать в себя это чудо, должны быть специальные такие сосуды. Ну, видите, вот этот набор сосудов, который тут вот стоит, мне кажется, он идеален. Во-первых, он проверен веками. Ну, а во-вторых, пить пиво из красивых пивных бокалов, ну, по меньшей мере, мне кажется, это вульгарно. Это вульгарно, конечно. Ну что, можем приступать? Приступать. Давайте. Давайте. Послушайте, а вот кроме этой чудесной тары и пены, что еще является таким неотъемлемым элементом священнодействия, когда мы потребляем николаевское пиво? Ну, для начала «Николаевская газета», на которой разложены николаевские снеки. Да? Да. А вы хотите сказать, что вот эти вот сухарики,
вот орешки. Все вредные продукты глобализации. А без этого все чужое. Все чужое. Вот наша николаевская закуска к пиву. Вот, например, креветочки. Она, кстати, в газету попала. Смотрите, в Черном море. Браконьер наловил креветок на 110 тысяч гривен. Ну, это, кстати, да. Попала к нам на стол, да. Я думаю, это одна из этих 110 тысяч гривневых креветок. Вот это, посмотрите, вот это вот гигантская, николаевская, королевская, лиманская, тигровая креветка. Вот это и есть наш николаевский снэк. Слушайте, а что же мне такого особенно николаевского? Особенного то, что жители закрытого судостроительного города вот это вот маленькое насекомое, ракообразное, да, точнее, называют креветкой. Да. Слушайте, а рыба. Ну, смотрите. Рыба должна быть местная, правда? Конечно, местная. Но начнем с этого. Бычок. Бычок, да. Бычок. Мы же уже о нем рассказывали. Ну, а это как раз бычок засушенный, вяленый. В этом бычке его особенность такова, что его можно употреблять полностью. Начиная вот с плавников и заканчивая хвостиком. Единственное, что не уходит в пищу, это вот уже голова, когда из нее выгрызаешь щечки и все остальное. Знаете, мне кажется, что при некоторых обстоятельствах и хвостик, и голова, да, могут зайти. Ну, вот это вот наш бычок. Ну, и еще, конечно, какая рыба в Николаеве. Ну, вот эта рыба, которую николаевцы называют таранка, таранька. Ну, как угодно, да. В принципе, любая вяленая рыба, так вот размером с ладошку, может именоваться таранькой. Да, она вот обязательно постучать надо, непонятно зачем. Есть какой-то секрет, вот как ее нужно... Ну как, отрываешь плавники, вскрываешь брюхо, вынимаешь все, что там у нее есть, а там обязательно еще должен быть пузырь воздушный, который потом поджариваешь на спичках, и он так пахнет прекрасно. Да, еще и взрывается. Взрывается, да, да, и становится таким черным горячим снеком по-николаевски. Слушайте, а вот это семечки, правда, да, это же вершина нашего бытия, да, правда? Конечно, конечно, это апофеоз употребления пива с солеными закусками. Семечка. Вот. Семечка. Да. Вот. Напряжение мышц, которое происходит во время разлускивания, как ее, лущивания, разгрызания семечки, он отключает полностью всяческие умственные способности. И человек впадает в такую, знаете ли, нирвану. Да. Река времени течет медленнее. А вот еще туда пиво. Оно полностью открывает сознание. Да, да, да. И позволяет человеку полностью отключиться от всего плохого, что происходит вот вне пределах этого стола. То есть человек просто полностью теряет чувство ответственности. Да. И 100% отдыхает. Да. Чудесно. Вот самый большой отдых – это когда ты ни за что не отвечаешь. А представляете, о чем говорят николаевцы вот так вот за баночкой пива? Слушайте, неужели о встрече на анатомическом столе швейной машинки и зонтика? Я думаю, до этого дело не доходит, но о встрече за одним столом двух или более интеллигентов, ну, или бомжей, или пролетариев, в общем, нужно подчеркнуть. И причем, кстати, в этой комбинации возможны всяческие разные варианты. Но я думаю, что все-таки мы не будем уточнять, о чем именно они говорят. Потому что наша программа тогда будет 18+. Повторить? Да, в ту же тару. В ту же тару. Ну что? Да здравствует Николаев! Пивная столица Южного края.
тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.